Поступил вчера больной, тяжелый, с множественными ранениями практически. Ну, там получается политравма, начиная от макушки, головы, заканчивая, в принципе, ног. Это в основном раны, которые были нанесены когтями, естественно, животным, зубами. Ну, к счастью, руки, ноги целые, докостной патологии нет, переломов там нет. Есть обширванные, скальпированные раны. Верхних конечностей, нижних конечностей, поясницы, живота, головы. Оперировали совместно с бригадами нейрохирургов, потому что обширно скальпированная рана головы. Подключили всех, подключили радиологов, это доктора, которые занимаются прививками укушенных ран. Как же? Ну, больной, естественно, тяжелый, больной в состоянии шока, болевого шока. Ну, за сутки из шока мы его вывели, первичная хирургическая обработка ран произведена, кровотечение остановлено. Значит, все мероприятия, касающиеся прививок, выполнены, к счастью, помогли городская организация здравоохранения. Значит, нашли мои прививки против столбняка и против бешенства, ну, на полном объеме. На сегодняшний момент, значит, в принципе, жизни больному ничего не угрожает, больной выведен из шока практически, но впереди еще очень много работы, касаемо, чтобы поставить его на ноги, чтобы эти раны, в принципе, не нагноили. Сейчас борьба с инфекцией идет, потому что, естественно, мы понимаем, что зубы животного далеко не стерильны. Вот. Ну, слава Богу, закончилось так. Человек жив. То есть, я думаю, что все будет нормально. Ну, по срокам, конечно, сейчас говорить не имеет смысла никакого. То есть, пока еще неизвестно, сколько, да? Ну, как бы хирургия есть хирургия. Пока мы выполнили первичную задачу, да, мы выпили человека с шока. Это самое главное. Это то угрожающее состояние, которое, в принципе, ну, не давало нам основания говорить, будет жив человек, не будет жив человек. Сейчас по выведению шока, стабилизация артериального давления, стабилизация работы основных органов и систем дает нам право говорить о том, что, значит, первый самый опасный период прошел. Ну, к сожалению, еще раз хочу повторить, что раны обширные, раны загрязнены. Сейчас впереди еще очень много вопросов и проблем. Хирурги знают, в принципе, об этом все, что мощнейшая инфекция сейчас. Правда, с первого дня взяли его на антибиотики резерва, тоже помогли городские власти нам. Ну, то есть больной получает в полном объеме абсолютно всю терапию.